это называется кимоно Ошима. И главная суть этой технологии заключается в том, чтобы сначала нить оставить в грязи, чтобы нить впитала грязь. И это нить шить, это кимоно. А что за грязь? А, ну, дурутки на дуи дурна. Дурутки, а там бы, ну, сорок. Обычная грязь. Сою, на понятно. Сою, то коронико, сумерны, пошёл на куарандеш. Ну, иро чигаймас, не? Не, разные цвета надо. Не, со дес. Но иро на иро га дейте кинде. Соле ва, ма, соно, коса тока, а, ну, ма, цкеру чикан тока. А, это зависимость от времени, сколько оставлять нити. Зембо, коте не уйте, тоже меняется тона. И вот и зависимость от процесса. А приготовление тоже меняется, конечно, тона. Касаде. Мару кит. Количество нити, да. Это более тонкая работа. Да. Мару кит, юнде, соли на, не? Стоит 80 тысяч.